Страна высоких технологий, абсолютная урбанизация. Такой Японию знает каждый из нас. Но в объектив фотографа Вячеслава Фурашова эта страна словно случайно попалась неизвестного многим ракурса. Уютные деревушки, рисовые поля, рикши и небольшие улочки. Колорит японской провинции открывает неизвестную многим Японию. На большинстве снимков популярнейшие среди японцев туристические места. Токио, Кананзава, Сирокава, Такаяма. Такой маршрут выбирают, чтобы из мегаполиса попасть в настоящую японскую глубинку, колорит которой здесь бережно хранят. Мне понравилось то, что показана именно деревня, потому что Япония у нас ассоциируется обычно с городом, с мегаполисом, высокими технологиями. А здесь показана прям такая обратная сторона, интересная Японии. Хотелось бы очень посмотреть своими глазами это все. Впечатление брать и ехать уже прям завтра, потому что фотографу настолько удалось передать дух этой Японии, что действительно захотелось побывать в этих местах, окунуться в колорит такой разный деревень и мегаполисов. Многие работы фотографа и путешественника Вячеслава Фурашова стилизованы под фотопленку 80-х годов, очень популярную тогда среди японских туристов. Так автор, по его словам, пытался передать связь времен, а селфи-зона создает некий эффект присутствия. Можно сфотографироваться на фоне токийских небоскребов, старых торговых улочек города Такаяма и не только. Анна Бережная, Евгений Волынец, новости на Восьмом.